Это обзор моей комнаты. В этом углу у меня стоит гитара. Я ее купил себе сам, играя на гитаре на улице. Она стоила вместе с чехлом где-то 10 тысяч. Это было давно. Потом, у меня здесь стоит моя клюшка хоккейная. Вот такая. Здесь перо сломано. И кто-то замотал. Ну, я не мог так замотать. Короче. Я кому-то давал погонять прошлой зимой. И не сломали кусок пера. Вот. Оформлено. Здесь должно быть продолжение чутка. А здесь его нет. Моя обувка, которую я недавно купил, хранилась в этой коробке. У меня здесь постоянно лежат подушки от дивана. Я недавно проснулся, сейчас утро. Подушки всегда стоят здесь, когда диван не заправлен. Наушники, проводные без, проводные, бутылки всякие стоят. Они здесь стоят, потому что эти бутылки я вытаскиваю с рюкзака, когда я покупаю воду. И вот поставил здесь, одна упала. Она слишком легкая была. Здесь вообще ничего нет. Пора их выкинуть. Ремень. Блин, это мой брат бросил. Точно. У меня здесь рюкзак лежит. Вот, с вчерашней тренировки. Мой диван. Мой блок питания, зарядник. Моя лампа. Иногда я читаю книги и включаю эту лампу. Но у меня здесь ключ отошел. Нужно присоединить. Здесь у меня розетка. Питание идет вот так. И вот. Здесь у меня телевизор. Никогда им не пользуюсь. Потому что он... Не знаю, он какой-то... Он маленький. Потом. Подоконник. Вот он. Вот эта штука для того, чтобы... Эта штука для того, чтобы сделать вот так. Вот. Опа. И получается вот так. И вот так получается. Пульт от кондера. Мой компьютер. Я делал на него обзор своим из прошлых видео. Моя новая мышка. Ее купил мой брат сам. Он продал телефон и решил купить эту мышку. Она очень неплохая. Держится в руках хорошо. В CS-ке там, в Counter-Strike. Очень неплохо с такой мышкой играть. Клавиатура. У нас здесь подстерлась клавиша. Мы купили черную клавиатуру, мы купили белую клавиатуру. Вытащили клавиатуру из каждой. Ой, вытащили клавиши из каждой клавиатуры и сделали вот так. Мои колонки, они хоть очень старые, но они очень-очень хорошего качества. Сам системный блок. Розетка. Пятинарная. Микрофон. На него я записываю голос своих видео. Озвучиваю. Вот это гантели. Я упражняюсь. Делаю упражнения.
Вот здесь мои предметные тетради, листочки всякие, всевозможные. Вот есть еще мой почерк. Наушники игровые, но я ими тоже не пользуюсь. Ими пользуется мой брат. Мне нравятся миниатюрные, если честно. Недавно я купил батарейки, которые нужно заряжать. Это очень удобно для приставки Xbox. Потому что там вообще нет батареек в комплекте и приходится постоянно покупать. Здесь я храню фальшивые деньги. Я не знаю, зачем они мне, честно, нужны. Но я их купил в тот день, когда я снимал ролик про то, как я роняю купюры в толпе. Тоже получился интересное видео. Советую вам посмотреть. Дезодорант. Ключ от гаража. Пульт от вот этого телевизора. Словарь английского языка. Он здесь обычно не лежит. Его достал зачем-то брат, не знаю. Украшение. Вот это. Не знаю. Это духи для комнаты, чтобы здесь пахло. Здесь давно все высохло. Здесь у меня хранится всякое барахло. Бывает, здесь еще что-то важное лежит. Не что-то, а лежит. Ну, я иногда кидаю сюда что-нибудь. Вот это бардачки. Мы их так не называем. Мы называем это фиолетовые ящики. Потому что они фиолетового цвета. Ну, здесь бахилы всякие там. Вот это вообще выкинуть нужно. Короче, пускай стоит. Здесь у меня сверху всякое хранится. Даже коньки хоккейные. Вот. Это не мой размер. В общем, обычные коньки. Остатки обоев. Коробка от приставки. Сейчас. Вот такая у меня приставка. Вот она. Это очень пыльная коробка. Вот даже если пальцем провести. На видео это легко можно увидеть, заметить. 512 гигабайт на моей игровой приставке SSD. Там можно дополнять, вставить новый диск. Для Xbox. 120 FPS в играх. Не знаю. Ни разу не видел 120 FPS в играх. Вот все преимущества в этой приставке. Ладно. Это клевая приставка. На самом деле. Я могу положить рюкзак и идти куда-нибудь. Ну, так. Коробка от коврика, который вон сейчас лежит. Коробка от коньков, клевые коньки. Да, вообще суперские. Я на них катаюсь. Это коробка от моих коньков уже. Вот она, клавиатура. Выглядела вот так. Для сравнения. Сейчас я покажу, как выглядит сейчас эта клавиатура. Продается такая же, но черная, а мы купили такую же, только белую. Все соединили и получилась шахматная доска. Не знаю, она мне надоела, я хочу оригинальный стиль. Я хочу, то есть, обратно вернуть ту клавиатуру. Это мой шкаф. Здесь ничего интересного. Вот мой основной ящик. Здесь здесь у меня лежит паспорт. Это трудно назвать копилкой, но здесь лежат деньги мои.
кубик Рубика. Ключи. Крепление для камеры. Очень неплохое. На этом креплении я снимал видео с велосипедом на городской велогонке. Моя сумка. Станок для бритья. Сумка личной гигиены. Щетка моя. Здесь у меня прошлогодние предметные тетради. О, это моя электронная книга. У меня их две здесь. Вот это вот прям моя. Я с нее читаю. Мне она нравится. Я с этой книгой дофига книг прочитал. Она мне нравится. Цветные карандаши, здесь, ну, всякая предметная фигня. Ничего интересного. В нижнем ящике у меня хранится постельное белье. Вот так. Ой, здесь вообще кавардак. А вот вся моя комната целиком. Вот он. А, настенные часы у меня есть. Вот они тикают. Вот время как раз 8:10. 8:30 почти. Все вместе это все выглядит вот так. Если вам понравилось это видео, я очень рад. Всем пока.